Пространство виртуальное, нарушение реальное. У Кировского жилсервиса вторую неделю не работает сайт. Казалось бы, прокол небольшой, но весьма показательный и говорящий об отношении этой управляющей компании к жителям обслуживаемых домов и к надзорным органам. Дмитрий Сергеев пробороздил просторы коммунального интернета. Раскрытие информации – это обязанность всех управляющих компаний. По закону информация должна быть размещена на портале реформы ЖКХ и по выбору управляшки. На собственном сайте, на сайте местной администрации или на ресурсе органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации. Итак, по порядку. Сайт жилсервиса не обнаруживается. На сайте мэрии лишь ссылка на эту мертвую страницу. В реестре госжилинспекции информация обрывается 2015 годом. Там и список домов некорректный, и руководителем значится ушедший больше года как Сергей Караваев, а не незабвенная Наталья Николаевна Лучинская. И только портал «Реформа ЖКХ» выдает достоверную информацию. Наверное, потому, что это ресурс федеральный. То, что жилсервис не поддерживает свой сайт, плюет на закон и на людей, это неудивительно. Собственно, не впервой. Молодцы там сидят матерые. А вот то, что нарушения в упор не замечают ответственные чиновники администрации Государственной жилищной инспекции, а это главный контролирующий и лицензирующий в сфере ЖКХ орган, непонятно. И бездействие прокуратуры вызывает тревогу, ведь она очень активно наказывает за интернет-косяки, и это правильно, детские сады, больницу, дома детского творчества, бюджетников, то есть, а коммерсантов почему-то щадит или затуманилось око государева.